И традиционно по понедельникам наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной наш выпуск радиоблога. Ну, а сегодня помню вам о существовании подкаста медиагруппы «Континент». Подкаст называется на YouTube «ТВ-клуб «Континент». И я предлагаю послушать, если у вас найдется лишняя минута, если вы сидите дома и вам нечем заняться, а даже если есть чем, то послушать две последние записи с очень интересной писательницей Еленой Крюковой и с политиком, общественным деятелем, видным белорусским оппозиционером Андреем Санниковым. Как раз только сегодня, вчера и сегодня мы выставили их на общее обозрение, так что милости просим. Ну, а сегодня у нас в гостях в радиоблоге наша очень давняя, хорошая, знакомая, наш автор, с которой вы встречались на этой волне. Она рассказывала вам о своей стране, в которой сейчас живет. Это Лариса Владимирова из Амстердама. Интересно не просто с ней лишний раз встретиться, но, к сожалению, тема этой встречи, она как-то связана с тематикой, которая занимает умы в последнее время не только американцев, но вообще всей планеты. И не просто она возникла, опять же, эта тема, а потому что, увы, к сожалению, Лариса прошла определенный путь и дальше проходит вот с этим проклятым наваждением, которое называется коронавирус. И сегодня мы хотели бы услышать, что происходит в Нидерландах, ну и тем более, что происходит и у вас в вашей личной жизни и с вашим здоровьем. Но прежде всего я, конечно же, рад вас видеть и слышать, и рад, что у вас все-таки все улучшилось значительно. Добрый день. Или добрый вечер, скорее, Лариса. Да, добрый день и вечер. Да, Игорь, Сергей и зрители, слушатели. Ну, мне, конечно, хотелось бы рассказать о Нидерландах, так как кто смотрит Евроньюз, знает, что даже там один только раз упоминали эту страну, и новости идут во всех странах, но только не о Голландии. Ну, теперь полагается говорить Нидерланды. У нас получился особый путь. Где-то очень быстро наше правительство поняло, что, бесполезно тестировать, вводить карантин, надевать маски. Нам это быстро очень объявили. Затем сказали, что будут тестировать людей только после 70 лет. И было понятно, почему. Потому что если ясно, что у них коронавирус, то их не нужно лечить. Это было ясно, что это все, так сказать, цинично, но, видите, это в традиции этой страны, потому что грипп у нас никогда не считался болезнью. Я помню, когда приехала сюда 22 года назад, все смеялись, говорили, грипп, ну это же ерунда. Действительно, здесь все ходят на работу, в школу, в любом состоянии, и стыдно признавать себя больным. И даже вот сейчас никто не носит маски, ну кроме меня, на улице. Даже так. Так что коронавирус... Тоже сразу решили, так, что... Так от вас шарахаются тогда, наверное. Да, более того, есть люди, которые вот заходят в магазин, еще кто-то из знакомых был в маске, не здесь, но в других частях страны, и просто кричат на них, что ты больной. Я сама как-то была в магазине в маске, и продавец мне сказал, ты что думаешь, что я болен? Я сказала, я думаю просто, что это я больна, я могу вас заразить. Так что вот такое отношение. Ларис, это особенность Нидерландов такая, то, что вот если человеку уже восьмой десяток пошел, то можно его списать со счетов? Да, вот это, конечно, трагедия, потому что, как мне вчера сказала одна простая чеченка, которая работает в доме престарелых, она говорит, ну как же, люди всю жизнь работали, платили налоги, мечтали под старость хорошо пожить, а их фактически просто списали. Но могу парировать, сказать, что вот вчера же один голландец, здесь рожденный, немолодой человек, мне сказал так, что для нас это звучит, конечно, так сказать, попахивает фашизмом, но это так. Он сказал, что
Дело в том, что концентрация вируса в начале и вот сейчас в домах престарелых и среди больных, и нужно, чтобы как можно скорее схлынул этот поток, чтобы они ушли, а все жили нормально. Почему? Потому что у людей бизнес, экономика страдает. Более того, я сегодня видела, подписывают петицию, она вообще очень интересно звучит, потому что каждый абзац начинается «Мы – народ Нидерландов». И там сказано, что 75 лет назад, это имеется в виду война, конечно, мы стали свободными, и мы против драконовских мер премьер-министра Рюта, просто дословно так написано, мы не согласны быть под тотальным контролем, понимаете? И я уверена, что у нас через неделю уже закроется, у нас карантина не было, но самоизоляция, да. Сейчас все это дело закроется, через неделю, через пару недель дети в школу пойдут. То есть принято решение, что экономика важнее. И действительно пишут, и даже в этой петиции тоже, что если человек болен, то пусть он болеет дома и умирает. Ну, конечно, перегибы серьезные, потому что давно уже из домов престарелых не возят в больницы, то есть там прямо оставляют умирать. И даже из стариков просто из квартир не увозят, если они дома живут. Принято было решение, как при последней стадии рака у нас разрешена эвтаназия, то есть просто делают укол и усыпляют. Вот. И это, конечно, вообще-то кошмар. У меня вот рядом с домом... Ларис, это касается, я как понимаю, значит, пожилых, значит, тех людей, которые достигли определенного порога возрастного. А вот скажите, пожалуйста, одновременно, если... скажем, на них махнули рукой, а какое же отношение к тем, ну, назовем их пришлым, которые заполнили в том числе и вашу страну, а их тоже оставляют, заболел так и помирай, или им оказывается помощь и так далее? Нет, помощь у нас оказывается в больницах-то всем, и врачи просто молодцы, врачам нужно ставить памятник, но это совершенно отдельно отстоит от политической системы. Иммигрантам помогают точно так же. Мои знакомые голландцы больше всего озабочены, как помочь Африке, которая когда-нибудь их и поглотит. Да, нет, конечно, интересная вещь. Я даже сейчас не о тех, кто уже, ну, скажем, получили вид на жительство и так далее, а вот о той категории, которая... Вот, к примеру, у нас в Нью-Йорке, у нас, не у нас, где я нахожусь, но в Америке, я имею в виду, в Нью-Йорке, была оказана помощь 600 аж тысячам нелегальных жителей тамошнего мегаполиса, которым выделили и немалые деньги. Это как раз было накануне вот всей трагедии случившейся. Им выделили деньги и так далее. И, кстати, все время заявляют, что мэр города, губернатор и так далее, что их не оставят без помощи и прочее. В то время, когда город потом, как выяснилось, очень многого чего не имел, чтобы помочь, собственно, гражданам. Вот есть ли какие-то, ну, я понимаю, может быть, объемы несопоставимы, но вот нет ли и такого явления у вас в стране? Я, конечно, все время слежу за ситуацией в Нью-Йорке и читаю, есть такой у вас Евгений Пинелис, который там на передовой врач, он пишет очень интересные блоги. И среди хасидов там нашли едва ли не первыми лекарства, все это известно. И, конечно, сопереживаем очень сильно. У нас помогают всем. Сейчас вот будет много, ну, скажем, порядка 10 тысяч бизнесменов потеряли свой малый бизнес. Они все сядут на пособие. Они все, конечно, получат пособие. То есть в плане денег здесь все организовано очень хорошо. Социальной помощи, денег. Но просто есть страны, где бьются за каждую человеческую жизнь. Ну, например, мой сын в Лондоне, он выходит, там ему разрешено просто один раз в день или в три дня в маске в магазин, и не дали. Они все сидят дома, берегут своих стариков и ждут, когда кончится у них карантин. Есть Израиль, где за каждую жизнь бьются, конечно, а здесь совершенно иначе. Я вам скажу, что мне кажется, что потом народу будет очень стыдно за это, потому что я вижу, как народ изменился не только здесь. В Италии, например, я вижу, что люди стали озлобленнее. То есть эта ситуация, она, конечно, меняет жизни, меняет общий климат. Но здесь, видите, я вот спросила этого голландца вчера, что вот, может быть, твои родители в доме престарелых, как тогда бросить их на произвол судьбы? У меня вот рядом, я хотела сказать, что стоят два дома престарелых, и тут скорая помощь теперь просто у меня за углом между этими домами. Днем, на ночь уезжает. Чтобы не ездить, не мотаться там из больницы каждый раз, а просто вот так цинично они стоят и ждут, понимаете, да,
Они ждут, конечно, там помогать бесполезно, ждут понятно чего. И вот, вот эта вот ситуация, она особенная. Ну, в общем, но она каким-то образом все-таки бьет по нервам граждан, или они относятся к этому как к нормальному явлению вещей? Так вот я говорю, что потом будет откат. Сейчас большинство потом относится как к нормальному. Вилдерс, конечно, хотел, помогать каждому, да? То есть было такое. Премьер-министр выбирает то, что, ну, просто то, что сейчас требует народ, потому что его скинут, и здесь все очень жестко, все жестко в этом плане. Он должен слушаться в конце концов. Потому я и говорю, что карантин пройдет, потому что думают о деньгах. Но совсем не думают. То есть так называемый фашист Вилдерс, он как раз-таки думает о жизни каждого гражданина. Ну вот, получается так, да? Да, А премьера, допустим, и его однопартийцев в первую очередь заботит то, что, чтобы, не дай бог, не случилось что-то неприятное с экономикой, чтобы они... как в ряде стран, ну, в том числе у нас тоже возникли проблемы, ведь на unemployment подало очень большое число людей, потому что, в принципе, деваться было некуда, компании закрыты, людям надо как-то жить, вот. И получается, что тоже сейчас ряд штатов, ну, должны возвращаться к, в общем, при соблюдении определенных норм все-таки к нормальной жизни, хотя и не везде, и не все, поэтому вопросы экономики у нас тоже стоят, но все-таки где человеческая жизнь и экономика, что важнее, вот что вы скажете? Да. Ну да, нет, ну конечно, человеческая жизнь важнее для, так сказать, нормальных людей, да, но есть традиция, здесь, видимо, совсем другой менталитет, но так люди послушны, ездит машина, на ней написано «корона», и она через рупор говорит, что это не дискриминация, оставайтесь дома. И люди слушаются, например, тут был какой-то частный автобус, и там сидели рядом, они через полтора метра друг от друга, у каждого взяли 300 там, или 380 евро штраф, и очень быстро все стали выполнять все предписания. В магазине там через 2-1,5 метра стоят друг от друга совершенно твердо, но при этом на улице уже собираются кучками, то есть как бы они слушаются, Мне, например, удалось... отснять, наконец, видео и фотографии в Красном квартале. Это же всегда запрещено. А сейчас там никого нет. Потому что работницы все разъехались по своим, ну, соцстранам. Голландок там нет практически. И можно все это было снять и просто... А вот тогда был совершенно пустой. Я видел на Фейсбуке, очень вы меня повеселили своим постом, кстати говоря. Вот, ну да, действительно, труженицы этого фронта пришлось им разъехаться, потому что какие сейчас, да, дела. Но интересно, они тоже, наверное, как-то пытаются апеллировать к властям, чтобы им тоже дали вспомоществование каким-то из тех, кто там живет постоянно. Нет, ну все получат, конечно, пособие, я говорю, все получат компенсацию. Да. Здесь это не вопрос. Это выполняется очень четко. Здесь очень хорошие социальные условия. Это, конечно, но страна не была готова абсолютно к пандемии. Когда всех приехавших из других стран запустили в одну гостиницу в Гронингене, то там вот, например, в Фрисландии вообще нету этого вируса. Совсем там почти нулевая была смертность. Всех привезли туда, и там не хватало в больнице ничего. И у нас пострадал-то в основном юг, потому что был карнавал. Сначала его отменили, потому что обещали шторм. Потом вдруг решили провести на юге страны. И вот там люди умирали по 5 человек в семье, то есть просто семьями. Вот. Теперь я хотела еще сказать насчет вот родственников и насчет другого поколения. Вы спрашивали. У нас 2,5 недели назад умерла мама моей невестки. Она умирала от короны в реанимации, а кто умер, тех тестируют, других нет. Так вот, у нее человек 15 родственников, которые все ежедневно общаются друг с другом и с ней. Им всем отказали в тестировании тоже, несмотря на то, что просто в семье такое случилось. Сказали, ну, пройдет 2-3 недели, сами узнаете, вы будете жить или нет. То есть достаточно цинично. Врачам и в мэриях запрещено говорить о вирусе. У меня была прошлой ночью скорая. Врач вообще не, просто не может говорить с коронавирусом. Да, ужас. Ларис, вот я как раз хотел, это очень... Я понимаю, тема, конечно, не очень приятная, но все-таки
Вот ваша заметка, которая была и в соцсети, она привлекла не просто внимание тем, что вы рассказали откровенно, как и что было, но она дала, видимо, и многим людям какие-то ответы на их собственные вопросы. И вообще, ведь у человека начинается паника. Я к тому, что, может быть, ваш небольшой рассказ о том, что у вас случилось, он кому-то чем-то будет в помощь, потому что не всегда это только медицинские рекомендации, это как бы отдельно. Тут мы советов подобных не даем. И я все наши публикации в «Континенте» тоже не ради того, чтобы кто-то прочел и тут же стал вот выполнять, ну, кроме понятных «мойте руки» и остальное, это везде пишется. Мы тут Америку не открываем. Но вот что из вашего личного опыта вы считаете важным, что можно рассказать? Ну да, спасибо, спасибо, «Континент» напечатал. И действительно, огромное количество людей звонит каждый день и пишет, у всех есть вопросы, потому что тяжелыми пациентами занимаются врачи, и их ситуация известна. А вот такими средними, легкими, как мы, никто. И все эти люди в основном лежат дома. На Фейсбуке одна женщина из Франции, которая тоже перенесла коронавирус, она открыла группу, она называется «Нетипичный коронавирус. Обмен опытом». Вот кому интересно, приходите, потому что там именно люди, переболевшие дома, и вот такими формами, о которых я говорю. Ну, почти у всех проходит одинаково. Просто оказалось, что это возвратный грипп. И не так, как говорили китайцы, что он приходит кратко и с легкими симптомами. У меня, например, вторая волна вот 11 апреля была, это было гораздо тяжелее, потому что все сконцентрировалось там в несколько дней. То есть прямо, ну, я не работала на лес в повале, но сравнить могу только с этим. То есть за день теряешь там, не знаю, 5-8 килограммов и чувствуешь себя так, как будто трудился именно там. Потому что организм борется. Ну, в общем, я думаю просто, что будут вопросы. Если будут, то тогда, может, какие-то конкретно рассказать, это проще, да. А так, спросим на страницу. Болезнь тяжелая, переболеют действительно, как у нас и сказали, 70% практически все. И надо просто, по-моему, нужно учиться жить с этим вирусом. Мое впечатление, я никоим образом не медик, но все-таки я вот чувствую, что это остается в организме, и нужно с этим бороться, жить вместе, договариваться, и, может быть, время от времени это будет вспыхивать. Мне кажется, это как доза радиации. То есть, действительно, вот кто-то много схватил, тому хуже, а кто-то поменьше, но все равно это остается. И конечно, очень серьезные осложнения, это измененное сознание во время этого вируса, и совсем это не только легкие, уже понятно, что это не пневмония, конечно, а другие вещи, но это бьет по всему. У меня, например, по сердцу, которое всегда было здоровым абсолютно, аритмия считается тут тоже у врачей серьезным таким, ну, в общем, симптомом. И у нас, кстати, в Голландии лечат именно симптомы с самого начала, это правильно, то есть сразу у нас поняли, что вирус вылечить нельзя, а симптомы, пожалуйста. И огромное спасибо врачам, что они там назначают антибиотики. В общем, все, что и я получила. То есть, ну вот просто, наверное, надо сказать, что когда вы первоначально почувствовали, вы так или иначе обратились к врачам и получили первичное какое-то от них помощь, потом вы были дома и уже дома продолжали делать какие-то их предписания, ну и уже самостоятельно следить за своим состоянием. Так это? Я сделала ошибку, потому что, значит, я где-то в начале марта, когда заболела, я болела весь март, первый период у меня был, я пошла к врачу, и я думала, что я сразу подпишу, у нас-то можно письмо, чтобы меня там, если что, не реанимировать без ИВЛ, потому что уже было известно, что там, в общем, 1 из 10, и потом инвалидом можно остаться. И я хотела от этого отказаться, но мне врач сказал, что я, говорит, не могу тебе написать, что это коронавирус, потому что именно в этот день перестали тестировать. Но зато я тебе говорю, это все симптомы эти, на другое не надейся. И дал мне антибиотик, и после того, как антибиотик-то через неделю мне не помог, я сделала ошибку, потому что я все ждала, когда же будет температура 38, а то неудобно же врачей дергать. А у меня 36 ровно было, но я читала, у кого-то вообще 35 было. То есть 35% переболевших, они переносят это без температуры вообще. Тогда это не знали. И кроме того, те, у кого гланды удалены, ну, как у меня, например, голландцы написали, что это тоже связано, что если гланды, то тогда нет температуры. Я этого ничего не знала, поэтому, к сожалению, у меня был промежуток между курсами антибиотиков, раз-то, кстати,
Ну вот, да ничего, знаете, это как боль, быстро забывается. Так что, когда выкарабкиваешься... Ну, конечно, тут иронизировать сложно, но это вроде как праздник, который всегда с тобой. Ну, то есть получается, что человек учится жить просто вот с этим, и практически непонятно в развитии, что дальше. Вот сегодня мы печатали как раз информацию, что в Южной Корее он возвратом пошел, ну, там просто какое-то число людей было упомянуто, что вот они как бы... Пошло по второму кругу, хотя им первоначальный вердикт был выписан, что вы излечились и, как говорится, гуляете, живите спокойно. Да. То есть... Вот такой он очень грамотный вирус, то есть у него такое точечное попадание, он же убирает действительно не тех, кто платит налоги, и тех, кто выгоден всем правительствам, да, чтобы работали люди, а не так. Но там один плюс есть, конечно, это то, что доказали уже, и мне это хочется особо подчеркнуть, что те, у кого собаки... не болеют тяжелой формой коронавируса. Это уже доказано врачами, поэтому прислушайтесь, разбирайте собак из то есть, ну, такое дело, что собаки, кошки и другие животные, а как с птицами? Вот у меня два попугая, как они меня прочитают? У кошек есть коронавирус. Да, да. Ну, про собак, это особенно известно. Ну, да. Ну, вот еще важно то, что я вот сказала, то, что люди меняются. Вот я, например, когда между первым и вторым этим гриппом я успела врачам маски шить, такие мягкие, потому что у них лица изранены, а потом написала картину, ну и около медицинского нашего центра я эту картину в 6 утра привязала, они так радовались, снаружи на улице им было приятно, потому что теперь они через окно на улицу работают, врачи и медсестры, они это все видят. Так вот, представьте, к вечеру врач позвонил, сказал, картину украли. Так что где-то поют, хлопают, благодарят врачей. У нас этого, к сожалению, ничего нет. Нет, другой менталитет, да, в Голландии. Ну, с этим, да, тут трудно спорить. Все-таки какой-то национальный характер формируется не один-два года, а столетиями. И поэтому, что уж поделать, главным образом, чтобы они были квалифицированы и выполняли то, что должны в это время, и были, как говорится, на переднем крае, что... Что еще? Врачи, конечно, все делают, но если сравнивать это с тем, что творится в России, то понимаешь, какое счастье, конечно, жить здесь, несмотря на все эти ошибки. Я так послеживаю то, что люди же не поняли. Вы знаете, ведь большинство не понимает, что то, что в Москве ввели эти цифровые пропуска, что это готовилось гораздо раньше, 2 месяца назад точно, или там, да нет, не 2 месяца, 2 года назад. И это не имеет вообще никакого отношения к пандемии. Пандемия просто предлог. Но как скрутили в Москве эти 13 миллионов человек за 2 дня, это потрясающе совершенно. Я, вы знаете, я даже записала, я прочла строчку, была по телевидению. Это вот я хорошо знала Бориса Натановича Стругацкого. Вот я просто жалею, что вот он это не видел. Смотрите, как звучит. Лица, имеющие право передвигаться по Москве без пропуска, с 22 апреля будут обязаны получать пропуски на машины. Вы понимаете? Собянин. То есть это, конечно, это просто сюрреализм абсолютный. Ну, сюрреализм, да, там сюрреализм, китайский сюрреализм показал в Ухане очень много интересного. Но давайте мы уже об этом, может быть, продолжим во второй части передачи, потому что подошло время рекламы. Ну, а у наших слушателей, я думаю, возникнут какие-то вопросы. Ну, а нет, так мы продолжим. Продолжаем нашу программу. И во второй части радиоблога, как всегда, мы готовы принимать ваши звонки. Если вы позвоните по телефону 847-400-5200, если у вас есть вопросы, пожалуйста, 847-400-5200. И если вы готовы, Игорь, я готов принять звонок. Да, единственное, напомню, что с нами на связи Лариса Владимирова, писатель, журналист из Амстердама. Слушаем вас, добрый день. Здравствуйте. Ну, во-первых, я воспользуюсь случаем и хочу поблагодарить вас за вот этот замечательный ваш континент.
онлайн-газету, потому что, ну, просто нет проходных статей. Поэтому всем-всем рекомендую, подписывайтесь на газету «Континент» на интернете. Ну, а теперь, значит, на вопрос. Дело в том, что, значит, в это РНК известного вируса этого SARS был внедрена цепочка VIH, то есть нашего известного СПИДа. Поэтому он так реагирует, и совершенно ненормально, вот этот вот вирус. Так вот, если вы вот говорите, что нужно всем переболеть, а он мутирует просто ежеминутно, ежечасно, но это небольшое преувеличение, но очень мутирующий вирус, то какой смысл всем болеть? Можно пожилых людей посадить на карантин, пускай сидят в закрытых помещениях, а все остальные могут работать, и уж потому что все-таки легче переносится. Хотя в то же время, вот недавно и очень известный актер, значит, Бродвей-шоу, ему ампутировали ногу, как осложнение вот этого вируса. Поэтому это все очень неоднозначно, и у меня, например, позитивных таких вот чувств совершенно нет, что там будет дальше, потому что и в этом случае даже вакцина не будет работать, потому что он мутирующий. Спасибо, хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо за ваше мнение, Лариса, вы можете прокомментировать. Мы не медики, еще раз, никаких советов мы не даем. Да. Вирус, конечно, мутирует, это все известно. Там есть очень интересные вопросы. Например, как раз беременные, те, кто больны СПИДом, у них же ослабленный иммунитет, а они практически не болеют или редко. Вот, так что тут это все, я так думаю, вопросы, на которые еще предстоит ответить. Ну, это, к сожалению, очень много еще того, что не имеет неоднозначного какого-то объяснения. И если даже у специалистов, у врачей и ученых и так далее, те, кто, в общем-то, в этой проблеме больше понимает и глубже смотрит, и то нет какого-то консенсуса, условно говоря. Так что требовать от бедных потребителей их информации, которые читают действительно очень много разноплановых материалов, и некоторые действительно приходят в ужас, потому что, ну, во-первых, чисто психологически это тяжело. Человек живет, как правило, не только в четырех стенах своих, он же так или иначе куда-то и вынужден выходить и прочее, хотя многие, да, действительно соблюдают. Кстати говоря, вот вы пример привели России, там демонстрируют нередко, что люди пытаются выскочить на барбекю, где-то приготовить и так далее. То есть, ну, понятно, что о вопросах сознательности чего-то тут даже и обсуждать нечего. Но с другой стороны, ведь без сознательного отношения к тому, что мы имеем, очень тяжело справиться с этим. Нет, в России происходит иначе, потому что там, например, как в Уфе, в одной больнице, где 1200 человек, не больше, не меньше, да, там просто, ну, кто-то заболевает, запирают сразу вместе с врачами, здоровых, с больными. Это, так сказать, как называется, предумышленное убийство. То есть просто это статья, понимаете? Люди не могут выйти, там 7 врачей бежало, вы читали наверняка, их вернули. И таких 11 больниц, например, в Башкирии. Я слежу там за то, что в Мариэл происходит, то, что в Калмыкии, где просто люди зависят от того, еду поставляют снаружи, да, в страну. То есть не в Калмыкию. Если закроют Калмыкию, как вы сейчас собрались, то просто там будет голод самый настоящий. Я хотел бы только переспросить. А вообще, как вы к статистике относитесь, которую озвучивают? Да. Статистики нет нигде. Конечно, вообще не существует. В России она вся искажена. В Голландии ее там несколько недель вообще не вели. Мы ждали, конечно, что будут тесты уже для тех, кто переболел. Эта статистика будет интересней. Но я думаю, тоже это не так понадобится. Насчет вируса тоже, ну, конечно, известно, что это никакой там не рынок, что в Ухане рядом лаборатория, это женщина, Бэтвумен ее называют, была ее фотография еще месяца полтора даже назад,
я думаю, ее, может, и на свете тоже нет, известный вирусолог в этой лаборатории где-то случилось. Ну, понятно, что это там мыши, эти панголины, то есть это все вместе, но ясно, что это в любом случае отчасти будет рукотворно. Меня интересует больше даже другое, то, что, если видели, 19 ноября по первой программе московского телевидения в новостях, это есть в интернете, там просто был рассказ в новостях, подробно рассказывали, показывали, как в Оренбурге, еще в 5 областях, там 300 человек заболело этой двусторонней пневмонией, ну, которая уже не пневмония, да? Угу. Все те же. Это, между прочим, 19 ноября. Так что, знаете, это все будет распутываться очень долго. Я думаю, что, конечно, Китай, санкции к Китаю должны быть применены, потому что сокрытие того, что случилось, это... Да, это... Разумно, да. И на их совести вот это гибель, потому что пускай они с пены у рта говорят, что они не причастны, никакого рукотворного там вируса нет, но есть абсолютно четко, даже тут уже они никаким образом не докажут обратного, что они скрывали и что они не выдали эту информацию именно тогда, когда надо было это сделать, и это, возможно, предотвратило бы вот такую вспышку планетарную. Причем утечки вируса ведь бывали раньше, конечно, и в разных странах. Что-что? У нас масса звонков. А, у нас звонки есть. Хорошо, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Спасибо, что подождали. Алло, здравствуйте. Как известно, ваша страна знаменита не только тюльпанами голландскими, но еще и знаменитыми футболистами, как Круев, Гулит и так далее, и футбольными командами. Вот немцы уже решили возобновить свой чемпионат в середине следующего месяца. А как у вас футбольный чемпионат возобновить или откладывается до бесконечности? Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас сообщили, что все откладывается до 2021 года, и уже известно, что у нас вообще любые выступления, там праздники, все что угодно откладывается до 2021 года. Но это несмотря на то, что карантин будет, ну, не карантин, самоизоляция будет закончена, потихонечку все начнут жить как-то, но это будет постепенно, и изменения, конечно, колоссальные, но они будут везде колоссальные. Конечно. Ну, насчет массовых мероприятий действительно есть много споров, потому что, видимо, придется привыкать к тому, что концерты те же, вот то, что вот был целый марафон устроен, звезды первой величины поучаствовали, собрали денег очень немало, там и Леди Гага, Маккартни и многие-многие другие. То есть, ну, люди сидели у своих компьютеров, телевизоров, и, собственно, и смотрели, а какие варианты есть. А как сейчас представить себе те же стадионы с болельщиками, сидящими, как говорится, локоть к локтю, или концертные залы, когда, в общем-то, публика находится без всякой social distance, как говорится. Давайте попробуем принять еще звонок. Да, конечно. Добрый день. Слушаем вас. Говорите. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире. У меня вопрос такой к вам есть. Вот вы рассказывали, что вы болели, без температуры. Какие у вас были симптомы? Я не слышала вопрос про симптомы, какие, да? Какие симптомы были у вас, Ларис? Вы не было у вас температуры, да. Какие у вас были симптомы? Я поняла, да. Симптомы в первой и второй волне одинаковые, только во второй концентрированные. Начинается обычно у всех болит горло, там ломит тело. Действительно закладывает нос, только верхнюю часть носа, вот так вот, да? Но вы это не спутаете ни с чем. То есть это действительно как будто вы тонете. У кого-то пропадает обоняние, у меня пропадал вкус. Затем головная боль. Вот. Ну и все, что пишут. Потом начинается этот самый главный, этот сухой собачий кашель. Это, знаете, как осипшая собака вот на цепи где-то в деревне лает, вот примерно так, по ночам. Вот точно так же лаешь, непрерывно вообще. Только лаешь и лаешь. Вот. Здесь есть очень неприятные моменты. Например, нарушение терморегуляции, это как у младенцев. У них там нету, там, они не могут сами регулировать, дети маленькие, холодно им или жарко. Ночью вы не спите, потому что одеяло скинешь холодно, закроешься простынёй, жарко. А середины нет. И это держится, кстати говоря, до сих пор. Вот я от этого мучаюсь до сих пор. Но спать это не дает вообще.
Так что вот еще такие прелести. Ну, их много. Вы знаете, я понимаю, что вас, наверное, интересуют начальные симптомы. Но, во-первых, у многих проходит бессимптомно. Во-вторых, не нужно этого все время ждать. Но насторожить должны вот боль в горле. И если есть температура, то да. И, в общем, вот потом уже кашель. Так что и главное, вот первый, самый, один из самых первых, то, что я сказала про нос. Это. Да, это, к сожалению, действительно, симптомы у людей проходят разные. То, что вы говорили, температура у кого-то вообще, она наоборот пониженная, у кого-то там под 40. И вот если брать, что как-то это комментировать, то вспоминается, к сожалению, это средняя температура по больнице, которая в итоге нормальная. То есть... Ну вот, увы, этот вирус действительно подло себя ведет, потому что если бы он был с какими-то исключительно одними характерными чертами, то, наверное, это бы каким-то образом было бы проще ему противодействовать и проще определять, болен человек или нет. Да, но поскольку очень многие, слишком многие не чувствуют симптомов очень долгое время, а продолжают быть заразными, да, то, в общем-то, это обсуждать так бессмысленно, пока не нагрянуло. А самое главное, бессмысленно бояться. У этого гриппа еще есть такая штука, примерно через 2 недели начинаются вот панические атаки. Абсолютно у всех. Я не знаю человека, у которого бы этого не было. И кажется, что вот так держишься на грани, и ни туда, ни сюда, то есть ни лучше, ни хуже. Вот и все время ждешь, будет тебе хуже или будет лучше. Морально это, конечно, очень неприятно. Ну, и это дело возобновляется. У меня есть сейчас вот в этой группе Facebook, вот то, что я говорила, есть такие больные, которые прямо вот сегодня сейчас это переживают. Если можно не ехать в больницу, конечно, не поезжайте. Лариса, как вы справляетесь? Ну, вы помимо того, что литератор, вы еще и живописец. Я так понимаю, что все-таки каким-то образом вы справляетесь с состоянием определенным, когда берете краски? Да. Нужно себя занимать обязательно, но это, знаете, сначала ведь еще такая усталость, то есть у этого гриппа есть симптомы, которых мы никогда не испытывали. Вот усталость один из них. Все устают, там, приходя с работы, но это усталость совершенно другая. То есть вы просто пальцем не двинете, и вы не можете смотреть телевизор. У нас есть звонок, Лариса, извините, давайте попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько дней вы провели вот в первой фазе, пока принимали вот этот вот антибиотик, и сколько во второй раз? Спасибо большое. Спасибо. Я заболела 29 февраля и болела месяц, весь март, а у меня была там неделя перерыв, и 6 апреля, извините, стало вот опять тошнить. Знаете, бывает особая тошнота, когда вам сделали прививку от гриппа. Вот кому делают, знают, что такое состояние, вот точно это состояние держится, 3 дня держалось, а потом 11 апреля в течение суток вот вместилось туда все, что я испытывала весь месяц. Как выдержал организм, честно говоря, я не знаю, но мы и дружильные, и надо надеяться на свои силы и все время укреплять иммунитет, тем не менее. У меня есть версия, как выдержал, потому что вы обещали выйти в эфир «Чикаго». Мы единственно перенесли на неделю этот выпуск, но тем не менее очень рады, что вот ваш организм справился, потому что он ответственен. И еще звонок. Я извиняюсь, а у вас этот вот характерно, то, что с вами было характерно, это вообще для этого заболевания? Знаете ли вы, как остальные состояние других людей вот в этот период, или нет? Или это у вас как бы индивидуальная реакция, или реакции абсолютно разные у разных людей? Спасибо большое. Спасибо вам. У всех, у кого легкая и средняя стадия, симптомы вот такие, других я не знаю, но кто это чувствует вообще, да? Симптомы у всех одинаковые. У кого тяжелая, у них высокая температура, она может там и на 10-й день, правда, быть, и такое состояние уже. Но дальше уже там вы можете везде это прочитать, это те, кто в реанимации или в больнице. А я говорю вот о тех, кто переносит дома, или это не значит, что легко, очень тяжело, но... Ну, мы держимся, стараемся, поддерживаем друг друга, конечно. Игорь правильно сказал, что нужно уметь себя занимать, как только можно, на что-то отвлекаться, как только есть возможность.
Вот. Конечно, и здоровым-то людям тяжело очень дома сидеть. Вот как возросло сейчас насилие и по отношению к детям, и к животным дома. То есть в любом случае быть запертыми очень трудно. Но я была все время одна, я живу одна, и ну вот бывший муж, он заболел на неделю раньше меня, кстати. И вот вы знаете, ему 76 лет, он в группе риска, там и астма, и 140 вес, и кардиопроблемы, но он переносил гораздо легче, чем я, и короче. Так что это тоже не значит, что если человек пожилой и больной, то ему, то, так сказать, все безнадежно. Вовсе нет. И у него тоже была возвратная волна, но тоже гораздо легче. А дочка переболела, я думаю, что это тоже была корона, потому что у кого легкая, все описывают тоже так. Первый день те симптомы, что я сказала. Второй день здоровенький, можешь на работу бежать, многие бегут. А третий день опять лежишь. Вот это вот известно. А дальше вроде так и проходит. Так что, ну, симптомы одинаковые, да. Вот вопрос, все-таки симптомов схожести есть, хотя, опять возвращаясь даже к той же температуре, это вот моменты неясные, но углубляться в это вряд ли стоит. Почему? Потому что для этого есть люди, которые имеют медицинское образование. Но я думаю, вот что очень важно, что соцсети все-таки не всегда играют негативную роль в нашей жизни, есть и позитив. Вот то, что даже вы, вот уже группа, люди, которые что-то обсуждают. Естественно, там всегда надо тоже смотреть, и это вот даже я не к Ларисе сколько к вам, те, кто слушает. Ведь даже и в соцсетях людей неадекватных, откровенно глупых и так далее много. И если вам начнут советовать там совершенно какие-то сумасшедшие вещи, кому-то может пить по стакану водки, чтобы там у вас все было хорошо, ну и так далее. Масса такого вот очень... Можно я добавлю? Можно я вас перебью? Добавлю, что водка несовместима с лекарствами, вот в чем дело. Там есть такое, например, в чае полезные вещества, кто-то чай с коньяком понял, что полезно. Но как только начинаются антибиотики и другие лекарства, они начинаются, тем более аспирин там все время нужно от тромбов и так далее, то, значит, тут с алкоголем заканчивается. Да, вот. Ну это алкоголь я для примера, да, такого самого, что нелепого. Но есть очень много вещей, которые тоже начинают советовать, и они, к сожалению, не всегда действительно... действенны, слава богу, если они не хотя бы вреда не несут. Поэтому я к чему, что когда вы чьи-то рекомендации вот так людей, в общем-то, даже в тех же группах смотрите, то включайте голову тоже, не все берите на веру легко, каким-то образом перепроверяйте, потому что это может просто плохо кончиться, я так думаю. Но я, например, с самого начала стала читать только вирусологов, врачей, тех, кто это перенес. И еще в первых числах марта я написала в группу вот «Русские в Италии», например, у них все это начиналось, я просто просила советов, мне ответило там 400 человек. 400. Вот так, 400, да, человек, так, это серьезно. Это у нас серьезно? Есть вопрос, вот вы, да, пока хотя бы одному, давайте мы еще успеем ответить. Слушаем вас, добрый день. Алло, алло. Говорите, алло? Да говорите, пожалуйста. Вот вы знаете, я вот слушаю эту женщину. Извините, я не понимаю, с какой она страны, я не слышала сначала, но мне кажется, это абсурд. Нам совершенно американским слушателям не нужен. Она фантазерка, и вообще не знаю, где вы ее выкопали, кому она нужна. Пошла она... Так, а вот, Сережа, а где ты выкопал вот этого нашего слушателя? Заткни его, пожалуйста, потому что когда неуважение оказывается к любому из моих гостей, я не хочу даже этого слушать. Нет, вот. Ну это, Игорь, это связано, конечно, с тем, что я говорила о России, это я понимаю. А, да-да-да, ну, несомненно, у нас да, есть, я есть... еще жду один, у нас есть такой пассажир-слушатель, который тоже очень лично и остро реагирует и всегда звонит. Я хочу сказать, или сейчас вопрос еще этот будет, нет? Нет, это уже вот мы можем продолжить, вы как раз упомянули Италию, где 400 человек. Но да, это же серьезно, что да, откликнулись и готовы очень были. Да. Очень нужны, конечно, советы, но компетентные, безусловно. Я хотела сказать, что, конечно, был большой плюс, единственный в том, что началась эта пандемия, потому что если бы не она, то Путин, конечно, сейчас бы занимался по случаю 9 мая перераспределением мира.
ну, так сказать, перекройкой, перекраиванием мира. Мы, конечно, ждали, что будет обмен политзаключенными, потому что такие люди, как Пичуги, Болотники, их можно было бы сейчас в связи с короной обменять там вот на те, кстати, кто... Кстати, вот я хотел бы, ну, все-таки в конце хотя бы от короны этой немножко отвлечься и спросить вас, учитывая, что вы как правозащитница и как человек, который участвовал немало в вопросах именно узников совести, вы скажите, пожалуйста, что там с господином Пичугиным, как у него? Потому что что-то недавно я встретил информацию, что он якобы прошение подал на то, чтобы... Это прошение, о помиловании, это совершенно, конечно, не признание своей вины, он ничего не совершал. Он, по-моему, совершенно святой человек. Я много лет его знаю. От него было письмо буквально несколько дней назад, очень уверенным, красивым почерком, как пишут только, знаете, честные и уверенные в себе люди. Человек отсидел 16 лет, и он стал только, знаете, он просто кремень, конечно. Он очень добрый, прекрасный человек. Он никогда не жалуется, поэтому я только могу надеяться, что он хорошо себя чувствует. Но в тех ужасных условиях, где он сидит, там, в цепях и так далее, среди действительно убийц, серийных убийц и так далее. Вот. Это безумно тяжелые условия. Да, ну, что... ну, естественно, наверняка пропаганда это подала иначе, но я и полагал, что это прошение никак не связано с каким-либо признанием и так далее. Нет, нет, этого никогда не будет, он ничего не совершал, конечно. Да, понятно. Да. Ну и там, насколько известно, очень пожилая мать, которую он все-таки хочет. Все-таки Алле Николаевне 81 год, и он, конечно, мечтает с ней увидеться, это понятно, они очень любят друг друга. В общем, это все прекрасные люди, я вам скажу. Это вот, когда есть такие личности, то можно жить и в коронавирус, и до, и после, но это все, конечно, стимулирует это уже настоящая жизнь, настоящие отношения. Да, ну и надо всегда помнить, как бы сложно не было любому из нас, будь то с болезнью, будь то без нее, в каких-то обстоятельствах есть люди, которым значительно сейчас... Да, хуже, хуже. Хуже. Я хочу еще добавить, что я думаю, что те, кто вот в Москве в метро стоял, вот кого мы еще видели, да, недавно, по то, что Собянин устроил, что они, наверное, ну, половина из них через полторы недели как раз пополнят статистику, будут в больнице, им будет о чем там подумать, к сожалению. Они-то не виноваты, но так случилось. Но что все-таки люди начнут понимать, что такое карантин в Москве и как это все готовится по России. Я, конечно, верю, что ближайшее окружение главы, оно, так сказать, поймет, что может само решить эту проблему. Легко. Ну, это уже пусть они решают свои проблемы, а мы будем думать о себе и о тех местах, где мы живем. Спасибо, Лариса. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Будьте здоровы, самое главное. Спасибо. И до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания.